станице Смоленской состоялось торжественное открытие мемориала «Аллея памяти». События приурочили к 78-й годовщине освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. На открытии собрались жители станицы и почетные гости. Эти орудия прошли войну и нашли вот свое место здесь, в Смоленском поселении. Потому что на этой земле пролито очень много крови. И мы должны об этом говорить своим детям, внукам и последующим поколениям. На мемориале установили два артиллерийских орудия времен Великой Отечественной войны. Гаубица калибра 152 мм образца 1943 года и противотанковая пушка ЗИС-3 калибра 72 мм образца 1942 года. Глава поселения Сергей Безуглов поблагодарил всех, кто оказал содействие в организации и благоустройстве объекта.